А что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «Бразилия»? Огромная континентальная страна с населением 200 миллионов человек имеет необыкновенно богатую и разнородную национальную культуру. Это страна ярких смешений, именно этим она и привлекает к себе неподдельный интерес. К слову, среди студентов Казанского университета тоже есть поклонники бразильской культуры. Они ребята узнают на многочисленных мастер-классах, форумах и открытых занятиях. На этот раз с культурологами и языковедами КФУ публичную лекцию провел атташе по вопросам культуры третьего секретаря посольства Бразилии в Москве господин Энрике Морейра Коста. Для меня огромная честь посетить Казань и встретиться с казанскими студентами. Сегодня я им расскажу о нашей стране и о нашей культуре. Мы попытаемся избавиться от стереотипов, которые существуют относительно жизни в Бразилии, и откроем для себя много нового и интересного.